Всем привет, вышло у нас недавно обнуление. Так, все же добавили нам коптер, дрон. Не знаю, будет ли она хорошая или плохая. Также планер, который нам пока не светит. Ну, донатерам она светит, конечно. Но я не буду, скорее всего, на нее донатить, если она так же работает, как планер. То есть, если с нее нельзя стрелять, там все такое. Пока никто не выпустил ролик, почему-то. Еще добавлены вот такие вот монеты. Они очень важны в этом. Так, еще за донат какой-то купон нарисован на 5. Еще какие-то фрагменты пятерок, чтобы что-то сделать. Ну, пока не нашел, откуда их можно получить. Искал. Ну, их не так много нужно получить, чтобы получить скин на девочку. Тоже неплохо. Надо будет узнать, откуда их можно получить. Еще за каждый день входа дают нам вот такие вот странные проценты. Не знаю, что они дают. Пока не нашел ничего, что они могут давать. Так, еще нам добавили рулетку. Так, еще вот такая вот ивент небольшой. Здесь остается за каждое выполнение миссии монету 5, которая нарисована. Они очень важны. А также белую футболку на женский и мужской персонаж. Если вы выполните все вот эти задания. Тоже неплохо. Я буду выполнять. Они обязательно нужны, чтобы покрутить следующую рулетку. Итак, вот она. Здесь ничего интересного особого нету, кроме одного телевизора. Так, скрутится за одну монету один ключ. То есть за одну монету один прокрут. Вот, не так уж и сложно здесь. Все это бесплатно. Не видел, чтобы здесь можно было задонат крутить. И нам дается вот такой вот головной убор телевизора. Очень прикольный. Будем бегать с телеком на голове. Четко. Но она без доната, поэтому мне нравится. Я попытаюсь ее выбить. Но она без доната, как я вижу. Хотя, скорее всего, здесь тоже донат. Но искать особо не буду. Пока что не заметил. Ключи все бесплатные были. За задание. Также вернули нам старую рулетку. Очень ярко здесь все. Также наша фория. Некрасивая, хотела ее давно. Крутить здесь тоже ничего не буду. Ничего интересного нового здесь нету. Все старое, хоть и очень красивое. Поэтому покупать пока там крутить ничего не будем. Так, в магазинах у нас что добавили интересного. Заметил очень много скинов, которых у нас может быть, а может нет. Но их вернули, так скажем. Очень много разных скинов. Эти у нас были, понимаю, но также добавили те скины, которые обещали нам. Так, вот, например, вот такие вот скины. Ну, это все, ведь это было, а вот это их не было. Типа, например, вот эта печка, камин, она была давно, но ее убрали. Сейчас опять вернули, как я вижу. Также много турелей, скины на турели очень много. Также вот этой ящик я не видел, снизу тоже. Спальник я такого тоже никогда не видел. Может, она была, но сейчас она точно есть. И все здесь, просто максимально все. Скидка 50%. Кроме на новых вещей, там 30% скидка. То есть сейчас нереально просто можно все купить. Везде просто скидка, сейчас самый тот момент, чтобы все покупать. Даже здесь на персонаже 50% скидка. Смотрите, как они стоят дешево. Думаю, многие сейчас их купят. А те, кто купили раньше, они немного в минус уж не были, получается. Могли немного подождать и получить сейчас. Но думаю, им тоже особо разницы нету. Посмотрим. Вечером я собираюсь купить коптер, дрон. Ну, после того, как кто-нибудь купит, снимет с ним видео. Если она нормальная, то что? Попытаемся ее тоже купить. Так, больше ничего интересного здесь не вижу. А, кстати, здесь еще это было. Не знаю, откуда их можно получить. Но смотрите, два украшения. Такая снежинка. Украшение вешается, там веревка видно, очень красиво. Там небольшой снеговик был на нем. И отдельный снеговик. Для Нового года как раз можно во дворе себе поставить. И вот такая вот. Ее можно купить в соло-базе. В магазине продается за 300 купонов. Я, может быть, куплю, посмотрим. Больше ничего здесь не вижу. Кстати, кроме этой оружия, добавили новое улучшаемое оружие, винтовка QBZ. Тоже неплохо. Очень красиво выглядит, намного мощнее, чем калаш.
или М4, вроде это М4 было. Смотрите, улучшаем, оно реально по-моему выглядит. Такая-то красивая. Дорого, конечно, стоит улучшать. Такой эффект убийства. И ящик трупа. Тоже красиво, на самом деле. Еще изменили на базе. Сначала здесь все испортили. Типа, текст ничего не видно. Типа, вот здесь понятно, что нарисовано 11.10. Но ничего не, невозможно различить. Там испортили. Даже если текст поменять, ничего не работает. А самое печальное, здесь теперь невозможно открыть магазин, торговый бот через инвентарь. То есть, когда мы нажимаем на рынок, она сразу предлагает купить нам этот предмет. То есть, это хорошо, удобно, быстро. Ну, как теперь открывать магазин? Вот это обидно, потому что можно было в любое время открыть магазин, поставить товар и ждать, пока ее купят, пока ты бегаешь домой или где-то там. Ну, вот так вот можно было, сейчас нельзя. Сейчас только сразу открывается магазин. Ну, вот такая вот у нас дело получается. Надеюсь, обнова вам всем понравилась. Всем пока. Вечером посмотрим, куплю я или нет.